В Актау в центре скандала оказалась детская инфекционная больница. Сразу две семьи обвиняют врачей в гибели своих детей. Есть и другие жалобы. Мамы пациентов утверждают, что в палатах грязно, а белье не лучшего качества. Карга Желикова с ребенком попала в инфекционное отделение Мангыстауской областной больницы и пришла в шок. Она уверяет, что ей выдали грязное постельное белье, на кровати вместо матраса доски, а по полу тараканы. Грязь и жуткая антисанитария. Ребенка рвет, санитарки не убираются. Говорят, полы мыть самим нужно. Я все это отмывала, вокруг тараканы бегают, постельное белье все в пятнах. Это же инфекционная больница. Здесь наоборот должно быть чисто. Больница объясняет ситуацию просто. Виной всему система госзакупок. Медикам остается довольствоваться тем, что есть. Мы получаем все постельные принадлежности по порталу. В прошлом году получили... Под сомнение жители Актау ставят и квалификацию врачей. На прошлой неделе здесь скончалась двухлетняя Сизым. По словам ее родителей, они привезли ребенка с симптомами пищевого отравления фастфудом и на протяжении 3 дней буквально умоляли медиков оказать помощь. Однако врачи отправляли малышку домой. Здесь она лежала, и никто не обращал на нее внимания. Она умоляла всех. Потом приехал я с сыном. Никто здесь внимания не обратил. Мы спрашиваем, давайте примите нас, пожалуйста. Нет, пойдите. Только после смерти выяснилось, что отравление было не пищевое, а химическое. В соседской квартире в тот день травили клопов. Врачи подозревают, что ребенок надышался парами яда. Но врачи говорят, что обвинение беспочвенны. Мы хотели отправить на патологоанатомическую вскрытие, но родители были против. Папа написал мне заявление, что... К врачам никаких претензий не имею. Однако это уже второй подобный случай. В марте в Актау при аналогичной ситуации скончались Марьям и Муслим Тимуркаевы, 4 и 6 лет. Их мама тоже уверяет, что врачи отказывались госпитализировать больных детей. Но в этой трагедии вот уже 9 месяцев разбирается следствие. Пока виновные не определены. Ирина Гончарова, Виктор Майоров, Информбюро, Актау.